Показали силу, ловкость и гибкость. В преддверии Дня защитника Отечества ульяновские школьники сдали нормы ГТО. Первый этап прошел на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Орион» в Заволжье. Свои силы проверили учащиеся 7, 8 и 9 классов. Пресс, отжимания, прыжки в длину и упражнения на гибкость, а далее жюри оценит плавание. Готов к труду и обороне. Эту советскую аббревиатуру знает каждый из родителей. Но для современных школьников успешная сдача нормативов еще и дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения. Я определился вот в сентябре этого года, готовлюсь я с февраля. Ну как у меня с футболом, игра с футболом, поэтому и сюда надо показать свой класс. И вы знаете, дети очень хорошо откликаются на это. Дети сами регистрируются, сами с удовольствием приходят к нам на мероприятие. Хочу сказать, что достаточно высокий уровень подготовленности показывают учащиеся старших классов. Мы разделили наше мероприятие на несколько дней, потому что каждый участник, он волен выбирать любой центр тестирования, любое время удобное для себя, и мы предоставляем ему такие условия, то есть принимаем даже одного участника, принимая вот эти нормативы комплекса ГТО.